Здравствуй, бабушка. Нам ни разу не довелось поговорить вот так, просто и по-серьезному. Позволь мне сделать это сейчас. Я знаю, тебе тяжело. Ты трудишься на заводе. Город окружили, и тебе не вернуться домой. Лет тебе на год меньше, чем мне сейчас. Но я никогда не смогу понять твои чувства. Не смогу разделить твою боль. Мне дали твое имя. Но имя не повторяет судьбу. К счастью. Наверное, ты еще не знаешь. Твою семью угнали в Германию. Но не волнуйся. Они вернутся. Ты выживешь, и вы встретитесь снова. Веришь ли ты в это сейчас? Надеюсь, что да. На что иначе нам дали это имя? Ведь только так можно выжить. С надеждой. Дорогой дедушка, я никогда тебя не видела, но знаю по рассказам моей бабушки, каким ты был. Смотрю в окно, вижу мирное небо и прекрасно понимаю, какой ценой завоевано это спокойствие. Ты ушел защищать родную страну, дорогой город, любимую семью в 41-м году. Воевал на Ленинградском фронте, а после ранения служил в летном полку, защищая небо от налетов вражеской авиации. Все дальше уходят годы Великой Отечественной войны, но мы всегда помним о том, какой ценой досталась эта победа, сколько пролито слез, сколько страданий выпало на каждую семью. Вы подарили нам великую победу, которую мы празднуем каждый год, со слезами на глазах. Это слезы счастья и радости, боли и грусти. Мы бережно храним и часто рассматриваем твои награды за оборону Москвы, за оборону Ленинграда, за победу над Германией. Я передам эту семейную реликвию своим детям. Мы чтим память о погибших, рассказываем детям о подвиге советского народа. Возлагаем цветы на Пискаревском кладбище погибшим защитникам Ленинграда. Мы храним в наших сердцах память о тебе и твоем подвиге. Дорогие Александр, Василий, Павел и Федор, здравствуйте! Вы никогда не были знакомы друг с другом, но все вы знакомы мне. Я ваша правнучка и пишу для того, чтобы сказать вам спасибо. Молодые и смелые, вы ушли из дома, оставив в тылу родных и близких. Вы ушли для того, чтобы мы не знали войны. Я знаю правду. Но сегодня я хочу рассказать о том, как вы вернулись и видели, как растут ваши дети и их дети, и внуки, и даже правнуки. Я хочу рассказать, как вы радовались яркому летнему солнцу и приходу зимы с первым ослепительно белым снегом, как вы любили и были любимы. Я хочу говорить о возвращении. Действительно хочу. Но я знаю, что было на самом деле. Папа, ты родился на рассвете 22 июня 1941 года. Большая радость соединилась с большим горем, началом войны. Ты – маленький комочек жизни среди разрушений. Жизнь, которая, вопреки всему, побеждает. Как хорошо, что ты выжил. Практически ничего не запомнив, кроме каких-то смутных картинок, обрывков разговоров, остатков ощущений. Тебе почти 5. Война закончилась. Спасибо за это ангелу-хранителю и твоей маме, моей бабушке Поле, и твоему папе, моему дедушке Степану, который почти не видел, как ты в эти годы рос, как научился ходить, как произнес первое слово. Твой отец, мой дедушка, воевал, но тоже выжил. И это главное. День Победы. И ты еще не знаешь, что когда-то буду я. И спасибо, что я родилась в мире без войны. Папа, ты научил меня смотреть на небо и любоваться облаками,
ты с детства знал какое-то счастье, голубое, чистое небо. С наилучшими пожеланиями в твоей жизни, твоя будущая дочь Таня.